Добрый вечер, уважаемые любители волейбола. Мы вновь в Красноярске. На третьем туре чемпионата России Пари-Суперлига Красноярский Енисей принимает Новоуренгойский Факел. Планер, доводка идеальная сверху. И атака с четвертой зоны между блоком и антенной. Подает, доводка есть. И задней линии в отличном стиле. Сабельная атака Владислава Бабкевича. Станислав Денекин, номер 7. Силовая подача, Яутов принимает. Крепкий. Атака задней линии. Атака задней линии. Может быть. Семен Дмитриев принимает. Идеальная доводка. Максим Крецкин в высоком прыжке отрабатывает. Планер. Дмитриев принимает. Урсов. Очень скоростная передача в край. Остается один блок. И Никита Морозов Урсова сблокировать не сумел. Подача сложная. Атака. Атака с 4 по 4. Очень мощно атакует Станислав Денекин. И мяч этот в защите Кирилл Урсов поднял. Яутов принимает. Первый темп. Два блока. Игорь Филиппову поставили. Два блока. Кирилл Урсов. Крескин на подаче. Укорачивает. Доводка есть. За головой. Очень мощно атакует Владислав Бабкевич через открытую линию, но она становится мгновенно закрыта руками Семена Дмитриева. Дмитриев принимает. Сам же атакует со второй зоны. Мяч будет переброшен без атаки. Янутов идеально доводит. Снова Семену Дмитриеву. И атака по линии. Мощнейшая атака по линии на одном блоке. Турсов принимает. Непонятное разночтение блокирующих. Прыгнули очень высоко на центрального красноярца. Крескин на подаче 26-25. Подает. Денекин принимает. Первый темп. Обман. Янутов на месте. Тарифецов по блоку. И касание сетки. Касание сетки фиксирует второй арбитр Михаил Непомнящик. Нарушение не усмотрели при повторе судьи с инспектором. И счет 27-25. Партия закончилась в пользу команды с берегов Енисея. Денекин подает. Виталий Фицов. Атака задней линии. Переброшенный мяч. Доводка есть. Семен Дмитриев на разорванном блоке. Рискованно, рискованно играет Максим Крескин. Хорошая подача. Сантьяго Донали принимает. Задней линии Денекин из-под опускающегося, но поднявшего двух блокирующих Алексея Ковальчука. Расстреливает шестую зону. Да, второй раз. Максимов на подаче. И за головой. Бабкевич из-под первого темпа. Передача за голову первому темпу. Это был, конечно же, Алексей Ковальчук. Дмитриев принимает первый темп. И вновь первый темп на групповом блоке при противодействии двух опытных блокирующих. Пятую зону Бабкевич принимает. Сам же будет атаковать. Высоко. Мяч в игре. Урсов. Урсов с задней линии атаковал по шестой зоне, и почему-то блок ему не противодействовал. Но итог один мяч в площадке. Яутов принимает. Обманный удар. Обманный удар Семена Дмитриева. Натыкается на кисти Виталия Дикарева, который подождал, повисел в воздухе. Денекин. Яутов доводит. Первый темп. Первый темп Игорь Филиппов. Групповой блок поставили Михаил Вышников и Виталий Дикарев, но пятая зона. Бабкевич принимает сверху.
Неподготовленная атака. Мяч переброшен на сторону. На сторону факела. И в доигровке передачу получает игрок первого темпа Виталий Дикарев. И Михаил Вышников. Урсов принимает. И Виталия Фицова в атаке с четвертой зоны блокирует групповой блок. 25-23. Партия за Уренгоем. Кухно принимает. Урсов через центрального блокирующего. А там железобетонные руки Виталия Дикарева прерывают полет мяча. И не дают. Сильная подача. Ну да, это что-то уникальное демонстрирует, конечно же, Владислав Бабкевич. Тем более на блоке, как бы высоко не прыгал Никита Кухно. Но Мельников подает. Мяч будет просто переброшен без атаки. И с задней линии Бабкевич из-под прострельной передачи вылетает и очень убедительно завершает эту атаку Александр Мельников. Забивает Кирилл Урсов на разорванном блоке по первой зоне сильным ударом. Но это всего лишь съем. Мощный удар, но доводка идеальная. Идеальная доводка из-под Виталия Дикарева. Из-за спины его взмывает с задней линии Станислав Денекин. И сверху принимается мяч. Виталий Фицов поднимает мяч в защите после героической обороны Крескина за головой. И один в один блокирует Никиту Морозова. Кухно принимает. Фицов. Мощнейшая атака в диагональ. Мимо группового блока Денекина и Дикарева. Урсов принимает. Янутов вынужден пасовать. Высокая передача. Урсов по блоку. Пробивает тройной блок. Будет ли доигровка? Денекин. Денекин борется на сетке. Мяч, может быть, поднят бы был красноярцами, но арбитр фиксирует сетку. Касание сетки. 25-17. Вторая, третья партия за факелом из Нового Уренгоя. Мяч перебит на сторону факела. Атака с задней линии. Мяч снова у факела. И первый темп. Сергей Бусел блокирует. Блокирует Александра Мельникова. Денекин сбивает прием. Темпа не будет. Сам же будет атаковать. По блоку поднимут. Поднимут этот мяч. Кирилл Урсов. Ай, как красиво сыграно. Перепрыгнул через лед панели, но риск был получить травму, когда он так прыгал. Яутов принимает сверху. За головой. Фицов. Резкая атака по ходовому направлению по диагонали. И мяч в первой зоне приземляется. Первую зону подрезает Бабкевич. Но все равно с этой доводки не очень качественной, но очень быстрой умудрился Михаил Вышников отпасоваться первому темпу. И Александр. Великолепная, скоростная, прострельная передача. Метров на 6, наверное. Сергей Бусел. Планер. Яутов принимает. Одной рукой передача. Виталий Фицов пытается отработать передачу одной рукой. Отрабатывает. Мяч перелетает на сторону красноярцев. И по переходящему мячу. Виталий Фицов после доводки Никиты Кухно и передачи Максима Крескина с четвертой зоны забивает мяч первой попытки на групповой. Планер. Бабкевич принимает сверху за головой. Очень быстрая передача. Практически прострельная передача уходит за голову. Доводка есть. И обманный удар Максима Крескина.
Доводка идеальная, темп проходит идеально. Подает. Доводка есть. За головой Виталий Фицов. И Виталий Фицов на блоке Бабкевича и Дикарева забивает мяч по основному направлению диагональ. Планер. Бабкевич принимает. Сам же будет атаковать. Очень мощно и очень неточно. Видеозапрос не удовлетворен. 25-21. И 2-2. Прекрасное зрелище. Не очень большой отрыв. Да, происходит что-то невообразимое. Идеальная доводка, передача. Обманный удар. Мяч в площадке у красноярцев. Не удалось перекинуть высокий блок. Сергей Бусин в пятую зону. Денекин принимает. За головой. За головой атака во второй зоне. Приходится в совершенно неожиданный блок. Сергей Бусил, номер четвертый, на подаче. Планер, Бабкевич принимает сверху. Первый темп Дикарев. Дикарев грамотно отработал, снеся мяч кистью от блока. Центрального. Александр Яутов выбивает мяч очень высоко. Виталий Фицов блестяще играет в защите Данани. И пробивает блок тройной красноярцев Станислав Денекин. Первые 4 очка взяли удушающим блоком красноярцев. Планер, сбой приема. Мощнейший удар Денекина. Мяч в игре Кирилл Урсов. Двумя руками сбрасывает. Сбрасывает двумя руками Кирилл Урсов. И совершенно ставит в тупик защиту. Виталий Фицов в пятую зону. Подача из задней линии Бабкевич. Палочка-выручалочка. Владислав Бабкевич из-под первого темпа просто расстреливает пятую зону. Кухно принимает. Борьба на сетке. Виталий Фицов пасует. И вновь Кирилл Урсов на тройном блоке. Но здесь уже возникают вопросы к блокирующим. Как ставить тройной блок, оставить столь широкую линию? Планер укороченный. Бабкевич принимает. Мяч в защите поднят. Будет ли атака? Наверное, будет. Двумя руками страховать. Вот чего не хватило Красноярску в этом игровом эпизоде. Со сложнейшей ситуацией. Усложнил. На одном блоке Виталия Фицова забил Никита Морозов. 19-19. Александр Яутов принимает. Мощно атакует со второй зоны. Со второй зоны мощно атакует Никита Кухно. Косым ударом. И возникают сомнения, куда приземлился мяч. Да, мяч за площадкой. Со счетом 21-19 в пятой партии победу. А, еще один просмотр. Еще один просмотр. Вопросов нет. Все в своем праве. Игра закончена. Да, «Факел» победил заслуженно в тяжелейшей борьбе со счетом 3-2-21. На этом мы наш репортаж заканчиваем. Для вас работал Александр Медюков.